В праздничные дни орловчан ожидает масса концертов, выставок и театральных представлений. Орел украсят различными флажками и плакатами. В наш город из Санкт-Петербурга привезли более 11 тысяч георгиевских ленточек. Их будут раздавать и во время городских мероприятий. 9 мая по традиции на главной площади города с 10 часов пройдет парад и праздничная программа. Вот только с подготовкой к торжеству возникли небольшие проблемы. Они говорили на совещании в мэрии. Во-первых, неработающий экран, но чиновники пообещали, что все исправят. Также возник вопрос, не увязнут ли в грязи горожане на площади Ленина, ведь работы по исправлению ошибок при строительстве коллектора еще ведутся. Вчера было проведено совещание с подрядчиком «Угаджет» и поставлена задача все до 30 апреля привести в соответствующее состояние угаджетный мусор с площади Жукова и с площади Ленина. До 1 мая подрядчиком было заверено, что будут выполнены работы по асфальтированию данной территории.